Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня я хочу поговорить о том, как научиться вести корпусом. Ну, для того, чтобы понять, как научиться вести корпусом, нужно понять, как корпус может двигаться в пространстве. Я бы предложил следующее движение. Линейное движение вперед-назад, в сторону, влево-вправо. Перенос веса на месте на шагах точно так же влево-вправо, вперед-назад. Движение вокруг своей оси на шагах, либо скручивание корпуса без шагов, наклоны влево, вправо, вперед, назад, круговое движение корпуса ролл и изменение уровня, опускание и подъем. Чаще всего корпус двигается комбинированно. То есть он двигается не только вперед, а, скажем, вперед и вниз. Или он двигается в сторону влево и при этом делает еще наклон. Но основные простые перемещения я предлагаю рассматривать те, которые я назвал выше. Теперь самый главный вопрос. Зачем, собственно, нужно вести корпусом? Ну, во-первых, корпус – это самая большая мышечная часть тела, где находится центр тяжести. А из физики мы знаем, что прилагая усилия к центру тяжести, гораздо легче двигать, собственно, это тело в пространстве. А второй момент, не менее важный. У нас есть суставы, которые предназначены для увеличения амплитуды движения и для амортизации ударной нагрузки. Помните, нам в школе рассказывали такую байку, что если висеть на перекладине, то вытянется позвоночник. Достаточно спорное утверждение, поскольку сустав забирает 15% ударной нагрузки. Считайте 15, 15, 15, до позвоночника доходит в лучшем случае 50%. Чтобы вытянуть позвоночник, необходимо сделать какую-то туристическую обвязку вот сюда, на тазобедренные суставы, и подвесить человека вниз головой на перекладину. Тогда эффект вытяжения будет больше. Но я это к чему? Сустав забирает 15% нагрузки. Если вы будете вести руками, то ваше усилие будет сразу же в половину меньше. Чтобы проверить справедливость этого утверждения, возьмите дома какой-нибудь стол, тяжелый, кровать, и попробуйте подвигать ее руками, или попробуйте подвигать ее всем корпусом. Почувствуете разницу? А если еще и партнер включает руки в движение, тогда это равнозначно тому, что вы двигаете этот тяжелый стол, и к этому тяжелому столу привязан эспандер, резинка. И даже если вы пытаетесь двигать его всем корпусом, стол остается на месте до тех пор, пока резинка не натянется. Сустав забирает 15% нагрузки. Поэтому, если мы будем двигать своим корпусом, корпус партнера, исключая руки, то движение будет происходить более мощно, более мягко. Конечно, чтобы научиться двигать корпусом партнера, надо двигать корпусом партнера. Но у нас блок танцевального развития и совершенствования. Я постарался придумать и предложить вам сегодня упражнения, которые можно делать по одному. И принес достаточно большое количество пропсов, то есть предметов, с которыми можно научиться двигаться и двигать партнера корпусом без партнера. Это как удары по боксерской груше. Конечно, они помогают освоить технику удара, но
ощущения реальной драки не дадут, реального поединка, потому что груша не может дать сдачи. Но если стоит вопрос, отрабатывать удары по груше или не отрабатывать совсем, вывод, наверное, очевиден. Отрабатывать удары с грушей. Поэтому я покажу упражнение без партнера, ну и в конце попрошу партнера помочь мне поассистировать и показать все эти упражнения вместе. Итак, поехали. Для того, чтобы почувствовать более осознанный перенос веса в пространстве и, соответственно, линейное движение и потом ведение, нужно взять вес, гантели, бутылки с водой, сумки с картошкой и вот с этим весом медленно попытаться подвигаться вперед-назад, в сторону, вправо-влево и попереносить вес на месте. Почему с весом? Потому что с тем весом, с которым мы все время ходим со своим, мы к нему привыкаем, мы его не ощущаем. Когда мы берем в руки дополнительный вес, мы ощущаем, как у нас сразу же включаются в движение ноги. Мы ощущаем более контролируемый перенос веса, что по большому счету и будет, и есть ведение корпуса. Поэтому дома берем любые два одинаковых по весу тяжелых предмета и с ними ходим и переносим вес влево-вправо, вперед-назад, опускаемся вниз, поднимаемся, меняем уровень. Какой должен быть вес предметов? Где-то четвертая часть вашего веса. То есть, если я вешу 70 кг, я бы посоветовал партнерам брать две гантели килограмм по 8, по 9. Это будет достаточно для того, чтобы вы могли с ними походить и не устать, и достаточно для того, чтобы почувствовать более контролируемый перенос веса на движение. Как научиться круговым движениям, скручиванию корпуса? Вот есть замечательный тренажер Маша. Маша сама не ходит. Ее можно двигать, прилагая какое-то усилие. И на ней можно понять одну очень интересную вещь. Вот если я начинаю ее раскручивать в правую сторону, то между тем моментом, как я прилагаю усилие, и тем моментом, как партнер начинает реагировать, проходит какое-то время, проходит момент запаздывания. Это очень важно понимать для партнеров, когда вы ведете, партнер не сразу реагирует на ваши ведения. Он запаздывает. И точно так же он запаздывает, когда вы перенаправляете движение с одной стороны в другую. Конечно, можно взять, напрячь руки и переставить партнера с места на место без запаздывания. Но мы пытаемся руки исключить из движения. А если руки будут достаточно расслаблены, то тогда тот эффект, про который я говорю, вы можете наблюдать. Я был в Испании на Кариде. Я смотрел выступление фламенко и занимался им. Поэтому несколько, может быть, необычные упражнения на ощущение переноса собственного веса в пространстве и, опять же, на скручивание корпуса – я могу предложить с каким-то тяжелым одеялом, с большой тряпкой. Вы берете ее рукой и, пытаясь не включать локоть, переводите ее слева направо. Справа налево. Слева направо. Справа налево. Точно так же можно подвигать эту тряпку слева направо и справа налево, стоя на месте, можно попытаться покрутить эту тряпку вокруг себя. Если вы думаете, что это очень легко, а одеяло ватное и тяжелое, то можете попробовать сами.
Ну, и для того, чтобы понять, как научиться работать корпусом, делая наклон влево-вправо, вперед-назад, мне нужна будет помощь партнера. Добрый вечер. Было бы, конечно, очень здорово закрепить резинку на шведскую стенку, но шведской стенки у нас здесь нет, поэтому я попрошу просто взять резинку, натянуть ее, и я буду пытаться, не включая руки, наклониться в одну сторону, сделать рул в одну сторону, а в другую, и почувствовать усилие, которая дает резинка для того, чтобы потом вести удобно партнера. Теперь, как это все применить к более реальной жизни? Мы начинали с обычного движения линейного вперед-назад. Можно попросить партнера поставить руки себе на грудь, перед этим поставить его на какую-то ногу и начать двигать вперед. Причем вы должны попросить, чтобы он вас упирался достаточно хорошо, чтобы вы его двигали с усилием. Это же движение можно станцевать из стороны в сторону. Вы переносите вес, он вас упирается. Другую сторону он может вас двигать, вы можете упираться. То есть вы можете отрабатывать ведение 50 на 50. Он в одну сторону, вы в другую. Он в одну сторону, вы в другую. Точно так же, как с одеялом, вы можете переводить партнера с одной стороны на другую, используя движение корпуса вокруг своей оси и перенос веса на ногах. В одну сторону, в другую сторону. Вы можете двигать своего партнера по кругу, попросив его положить руки вам на плечи, и двигаясь на одном месте, либо не двигаясь, а просто скручиваясь. Вы можете взять своего партнера в рамку и попытаться опять попросить его вас обнять и подвигать его, делая наклоны влево-вправо, вперед-назад. Поскольку выпуск называется «Как научиться вести корпусом», я очень много говорю про корпус. Но корпус у нас находится на ногах. И именно ноги осуществляют контакт с полом. Даже когда я не двигаюсь в пространстве на шагах, а просто переношу вес, у меня включаются в работу ноги. У меня включаются в работу ноги. У меня включаются в работу ноги. Поэтому не забывайте, мы ведем корпусом, который расположен на ногах. Поэтому обязательно помните, когда вы будете делать все эти упражнения, и про корпус, и про то, на чем он находится, про ноги. А теперь, внимание, самое важное. Несмотря на то, что мы вроде бы с вами определились, что нужно вести корпусом, что это удобно, мягко, мощно. Не бывает только белого, не бывает только черного. Как вы знаете, 50 оттенков бывает серого. Есть полутона. Так вот, в базе действительно мы ведем корпусом. Но есть движение исключения, когда мы можем включать руки, когда мы можем включать кисти, локти, для того, чтобы движение было более понятное, более конкретное, более удобное. Например, если мы танцуем волну, движение достаточно простое. Я просто наклоняю свой корпус влево-вправо, партнер меня понимает.
Если мне нужно станцевать ролл, я делаю более конкретную, более глубокую рамку, поскольку движение более сложное, и партнер тоже меня понимает, когда я веду корпусом без рук. Но если мне нужно сделать обоюдную волну, разноименную в разные стороны, я, начав движение корпусом, помогаю своей кистью, я включаю пальцы, иначе я не смогу дать партнеру тот импульс, который будет ему понятен. Здесь мы включаем кисть. Это исключение. Если мы танцуем какую-то простую позировку в хастле, я немножечко отпускаю локти в сторону партнера для того, чтобы ему было комфортно, для того, чтобы он ушел в противовес. К слову сказать, локти вообще имеют некий люфт во время движения, иначе будет чересчур жесткая сцепка и будет неудобно. Или, например, такое движение, как рука на ключ. Если партнер ведет партнершу корпусом, поворачивает, ей достаточно неудобно, потому что она поворачивается на передней части стопы, и партнер ее стягивает. Вот здесь нужно отпустить свою руку в сторону партнерши, чтобы дать ей возможность перекатиться по стопе, опуститься в бедро. То есть движение корпусом, корпусом, это исключение из правил и в то же время правил. Большое спасибо Лене за то, что она согласилась помочь в съемке этого выпуска. Итак, друзья, не забывайте, ведение корпусом позволяет вам вести более мощно, более мягко, более удобно. Сустав забирает 15% нагрузки. Поэтому поотрабатывайте те упражнения, которые мы вам предложили, и качество вашего ведения улучшится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал на YouTube. Да пребудет с вами знание!